Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас в городе-курорте Анапа. Это я, откипая после каталки, сегодня приглашаю вас проникнуться любовью к морю, покорением волнам, кайтсерфингу, кайтбордингу. И я сегодня чувствовал себя гораздо лучше на доске, ну, забегая вперед, скажу, что в конце посмотрите великолепные кадры пролета, посмотрим в более хорошем качестве, как говорится, всю эту идиллию. Здесь мы начинаем каталочку, я один в море, мне никто не мешает, получается попрыгать, был сильный ветер и довольно-таки довольный. Хочу поблагодарить всех тех, кто помогает советами, подсказывает, как правильно ехать, как правильно держать стойку, как там держать баланс. Ребята, вам всем огромное спасибо, потому что благодаря вам идет прогресс, и я им сегодня прям очень доволен. Также можете сегодня убедиться, что я действительно самый толстый кайтер из всех, которые вообще есть у нас на споте, потому что там будет их очень много. Я где-то, по-моему, около 15 кайтов сегодня насчитал гонять. Но в самом начале был я, Александр, Андрей, Настя приехала, то есть крайне мало людей, и можно было раскатывать вообще ни о чем не думая, ни о чем не заботясь. Но был промежуток, когда ветер стих, скис, и это было, конечно, печально. Вот такие вот прыжечки. Ничего тогда получается делать. Сегодня получалось прям кататься по волнам, не врезаться в них, а зарезаться. Хотя падения тоже были, но это на самом деле мелочи жизни. Когда их становится все меньше и меньше, то прям даже начинаешь не верить, а как ты раньше падал, почему тебе это не получалось. А сейчас практически как по ровной поверхности уже едешь, потому что мышцы привыкают. Ну, хотя до привыкания мышц, я думаю, еще далеко. Сегодня после каталки приехал, вот вы видели, это промежуточно, когда я откисал. Та-дах, на попу. И просто прилег на часик, уснул, потому что силы оставил практически все в море. Хотя катался сегодня не так уж и долго, где-то около 2,5 часов, но была и вчера каталка. Вот Александр пролетает также мимо меня. Он вообще такое ощущение, живет в море, и оттуда его выходить не надо. Его сегодня жалко потерял, хотел его тоже поснимать с квадрокоптера, ну... Ничего страшного, были и другие ребята, которые порадовались своими, так сказать, пируэтами. Ну вот вы видите, что между волн, как у себя дома, на хороших скоростях, то есть еще и пытаясь подпрыгивать, что-то там делать, выкатываю так, что сам доволен. Разворот и погнали дальше. Вот жалко, что толстый, из-за этого не хватает иногда на маха первого и не получается сразу развернуться и поехать. Ну ничего страшного, я думаю, и вес уйдет, и сам привыкну. И вот хочу обратить внимание Галины, если она вдруг будет висеть, то что я стараюсь делать так, как она говорила, стойку выравниваю по ногам, а не в раскорячку ехать. Ну, врезание в волну и падение — это вообще все наше. Тадах. Ну, и поехали дальше. Великолепно. Приземление, прыжочки. Конечно, будем прогрессировать, учиться делать это все лучше, но вы не представляете, какой это кайф, какое удовольствие, особенно сегодня без медуз, которые вчера меня прям жутко накусали все лицо, то кататься и даже падать в море, ты просто находишься именно там в воде, получая все самые такие невероятные эмоции и ощущения того, что ты часть моря. И хорошо, что сейчас тепло, да, то есть можно местами там снимать капюшон, кататься, а потом дальше будет еще и зимняя каталочка, когда море будет холодное, суровое, там будет совершенно другое ощущение получения эмоций всех. То есть это только начало, как говорится, учимся. Сегодня, не знаю, как это, каша вроде бы сложно через нее проходить, но получалось все очень великолепно. Даже позволить я мог вот так вот наклоняться, кататься, то есть прыгать, получать эмоции в полной мере. И потом вот так вот откисать. Это когда ветер скис, я вышел, такой думаю, ах, да, немножечко надо отдохнуть. Надо выдохнуть, и завалился в море, поплавал, покупался. Ну, вам, я думаю, это не особо надо показывать. Также у нас сегодня купались женщины, мужчины в море. И я думаю, дай бог им всем здоровья, чтобы все у них было хорошо, от души искренне всем этого желаю. Видите, то есть в шапочке рядышком парень катается в гидрокостюме, а тут девушка, ну, просто шапочку одела. Ну, а это я лечу на всех парах. Да и скорость это прям уже и хороший получается. Значит, да-да, подлет
но нет, не смог развернуться. Вот хочу научиться на прыжке разворачиваться обратно. Вообще круто, да? То есть приземлился и погнали дальше. Фантастика. Я даже не верю, что я его сейчас озвучиваю, и это я. Вообще гонь. На самом деле, накатываешься, накатываешься. Вчера, честно, мне кажется, было посложнее кататься, чем сегодня. Опять взлетел, немножко не попал в кадр, но это все, как говорится, мелочи жизни. Больше всего мне нравится, как смотрится вот это, когда уходишь вдаль. Вот они все, кайтеры везде, видите, стойки уже похожи становятся вот на профессионала Александра. И получается красиво подпрыгивать, даже пускай и не сильно высоко. Но сегодня были даже, по-моему, высокие. О, вот это вообще прям отдельно надо выкладывать. Это Юра пытался пятюню мужику зарядить, который выходил из моря. Кадры, конечно, тоже стоят того, чтобы ими делиться отдельно. Как у себя дома? Я не знаю, можно вот так охарактеризовать сегодняшнее катание, потому что море покоряется с каждым разом все больше, накатываешься, и ты начинаешь уже ловить удовольствие. Дальше будем учить какие-нибудь трюки прикольные. Я вот, допустим, умею немножечко прыгать, умею карлинговый разворот делать и падать много-много раз. Но надо вот все это еще научиться, чтобы не падать. Сегодня, кстати, ездил на центральный пляж прям до самого пирса. Вот красиво тоже развернулся и поехал. Надо, чтобы каждый разворот был это таким. И гидрокостюм, кстати, практически не мочится. Когда ты начинаешь кататься хорошо, то если ветер стабильный, все классно, то он у тебя практически всегда сухой. То есть вот даже шапочку не одевал и катался без нее. Да-да, но иногда бывает так. Падаешь. Ну, еще раз говорю, эмоции от падения, мне кажется, чем они вот реже происходят, и падение, тем эмоции ярче. Вот опять красивый разворот, и едем уже в другую сторону. А это вот как я перепрыгивал через волны. Там что-то не получилось и упал. Ну, мне интересно будет вас услышать в комментариях, как вам мой прогресс, потому что давно не показывал, как это у меня сейчас получается. И интересно будет, конечно, услышать, что вы скажете. Просто подпрыгнул, поехал дальше.